Ну что, друзья, то, что вчера собиралось на полу, начинает подниматься вертикально. Вот вы видите еще одну стеночку, которая у них на полу лежит, они ее потом поднимут. Вот, сейчас будет справа вот здесь стоять. Так что вот мы видим очертания. Так уже 3D, да, получается. Здесь у нас обдирают то, что было раньше. Здесь будет сопряжение существующего дома с тем, что строится. Вот видите, тут все это на полу, тут на земле. А вот сетки. Вот это то, что было, да, вот видите, бумага черная вот эта. И железная сетка, металлическая сетка. И набросана на нее штукатурка. Вот это то, что представляет из себя стена. Ну и там, соответственно, вот эта плита. Я в названиях не силен, поэтому так показываю, что есть. Вы же сами тогда смотрите, разбирайтесь. Вот, так что делается еще одна стеночка. То, что мы с вами видим. Я пытаюсь, может быть, какой-то такой позиции получше показать, но что-то мне не очень удается. В общем, вот так все. Счастливо!